чтобы попасть в топ-3. И исполняют солисты балета театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов Джозеф Филлипс. В первую очередь, это аппараты, которые круглосуточно могут дозировать лекарственные препараты деткам. Их не хватает. Это аппараты, которые делают воздух чистым, потому что у этих детей очень слабый иммунитет. Нужно два аппарата купить. Это то, что прям крайне необходимо.